Половина раскидки отрезана. Успели убить дефьюзящего. И теперь Шокс просто пытается отчаянно выиграть раунд. Эфа и на морозе в смог. Прострел немного не туда летят. Шокс все еще минирует бомбу, но все-таки это раунд для команды Na'Vi. 7-4. Выдыхайте. Дамы и господа, было близко меньше половины секунды. Знаешь, у меня только что этот, флешбеки чуть ли не начались. Опять-таки же, повторюсь, с собой увидел. Для тех, кто смотрел зарубы против Астралис, Na'Vi проигрывали ситуацию 2 в 4 с установленной бомбой. Треть секунды оставалось. Треть. Да, доли секунды.